plenty of song. I'll tell her the hell I praise the dance song. She could do no wrong. Oh, she could do no wrong. She was a better singer land. And when we cheek has been, I love her, I tell you people I love her. Sweet, lovely lady be good. Oh, lady be good to me. Sometimes misunderstood. Oh, lady, lady, you are so good for me. Where she been, ha? So, baby, 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 круто очень. Здорово. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Титов Юра, 32 года, Москва. Юра, где ж ты раньше был? Занято уже все. Я же не знаю, что ты Юра Титов, понимаешь, что ты еще можешь всякие другие вещи совершенно делать. Я вообще не ожидал, что это и это можешь делать. Вообще ничего подобного от тебя не ожидал. Я последнее то, что я помню, такая лирическая, субтончиком спетая, сладенькая попсовая песня, это все, что я последнее видел. И вдруг я слышу такой взрослый вообще тембряк. Я такого угодно здесь ожидал увидеть. Только не тебя, старик. Вот поэтому ты меня извини. У меня вообще было ощущение, что это суровое женское пение. Да. Такое, знаете, бывает джазовая певица с таким низким поставленным там Бесси Смит, там Махалия Джексон. Вот что-то вот в этом роде. И я думал, ну хорошо, а я, это не по мне... Как бы мне это нечего с этим делать, не потому что я это не люблю или не понимаю. Просто я думаю, ну хорошо, ну вот одна вещь такая, следующая, предположим, такая. Никто же не понимает, что вы можете что-то другое делать. Вы настолько здесь здорово показались, просто шикарно. Я скажу, шикарно. Что я тоже подумал, что я женщина. Нет, я так думаю, ну а верх-то где у нее? У нее. Да, да. Понимаешь? Только низ. А, да, а понять, что получается? Получается, что это просто внутреннее ваше, так сказать, желание. Захотели так, спели, захотели сяк. Судя по тому, что говорит Леонид Николаевич, наверное, так оно и есть. Ну, Юр, определитесь вообще вот с этим делом. Буквально сегодня я тебя по радио слышал. Я, правда, не ожидал, что такие вариации в твоем голосе происходят. Тоже так же согласен. Думал, либо ну, на худой конец Нина Симон, там, понимаешь? Я вообще уже полон. Вот. Желание было нажать это 100%. Юра, молодец, что работаешь. Такую музыку интереснее петь самому, чем слушать в любом. Это да. Ты да, понимаешь, это интересно, неинтересно, но понимаешь, да какая вещь? Он творческий парень. Он зашифровался. Вот, я вот. Этого парня да. совсем не знаю. А я знаю, он действительно разный. Ну вы знаете, может. А я нет. Очень полярный, я бы ни за что в жизни от него не ожидала этого. Юр, я сегодня приеду домой и вымою пол своими слезами. Потому что крайне печально, что ты не прошел. Вот шокировал чуть больше, чем надо.
Понимаешь, это была резкая шоковая терапия, которой они, возможно, были не готовы. Спасибо тебе большое. Спасибо, девушки. Счастливо. Спасибо.